Как в компьютерной игре. 25-летний водитель Mazda в течение 20 минут совершил 5 ДТП. Сначала в районе улиц Калинина и Ушакова он столкнулся с автомобилем Рено, за рулем которого была девушка. Затем протаранил несколько припаркованных машин, сбил двух пешеходов, врезался в дерево и сбежал. По предварительной информации, молодой человек находился под действием запрещенных веществ и устроил гонки в компании друзей. Сначала он сталкивается с водителем на улице Калинина. После этого он допускает наезд на стоящее транспортное средство. После чего, скрываясь, двигаясь по тротуару в районе улицы Байкальская, допускает наезд на мужчину 82 года. И после наезда также снова оставляет место ДТП, выезжает на дворовой проезд и, соответственно, сбивает уже женщину, которая тоже получает ушибы. И после этого скрывается. Пытаясь скрыться, лихач снес забор и врезался в дерево. К моменту прибытия полиции водителя на месте уже не было. Однако удалось задержать его пассажиров. Место жительства нарушителя установлено. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП. Потерпевшие госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести. По факту ДТП возбуждены дела по статье 12.24 Кодекса об административном правонарушении. Это причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью. И, соответственно, возбуждено дело за оставление места ДТП. Максимальное наказание за данное нарушение водителю грозит это арестом до 15 суток. Получается 5 ДТП, 2 ДТП с 3 ДТП с пострадавшими и 2 ДТП без пострадавших. Поэтому я думаю, что у него будет арест намного больше, чем 15 суток.